have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. Ловушка. С вами Оладушки. Тут люди в ловушки попадают уже. Я умер. Я пока еще. Ай! Там пу-пу-пу-пу. Так, чекпоинт. Так вот, тогда надо уже по-нормальному поприветствоваться. Ну, здоровайся, привет, привет. Я уже... Да. Я улетел. Я монетку забрал. А мне деньги дороже жизни. Пойдем, жадина. Ты присюря. Так, ну все. Присюря надо играть не на запись. Слишком долго. Да. Ну, видимо, да. Монеточку. А! Блин. Ничего себе. Всех убил. Как так, в смысле? Подходите к шарикам. Да. Хоть по-человечески. Возможно, да. Итак. Ясно. Какие же. А, тут не делается первое лицо. Ладно. Девушка, пожалуйста, покиньте территорию, блин. Давайте отойдем, ладно. Ладно, да, спасибо. Люди не понимают. Давай отойдем, пойдем. Пойдем, выйдем, да. О! Вот она вся банда в сборе. Шифрум по центру. Да ё. Да все нормально. Так. Я буду убить. Да ладно. Да ладно. Ха-ха-ха. Убивай нас. Давай договоримся. Привет. О, привет. Помахал довольный. Так, а что эта кнопочка делает? Наверное, вот это. А, серьезно? Какая бесполезная ловушка? Да уж. Беру свои слова назад. Да, серьезно. Эй, да ладно, серьезно? Да ж ты! Что? Вот я думал, это ловушка неожиданно. Отвечает за другое. Вот я тоже думал, что эта штука отвечает за... Я тоже думал. Да, индюк. Я в суп попал. Ух, че он несет этот чертов шарик? Тебя прикончить, я пожалуйста. Я больше не могу взять. О, какой веселый робот. Уйди, ее надо перебежать. Да блин, эта кнопка была просто в другом месте. Он не умер, почему? Он подскользнулся. Он не умер, он жив. А что эта кнопка делает, я не понимаю. Нажимай на все подряд. Нажимай. Да нет, я подожду, как он пройдет до второго камушка. Ааа, почему он дошел до второго камушка? Этот момент. Всех убью, один останусь. Так, ну... 27 левел, кстати, неплохо. О, у меня какой... Ты что там, как хомяк на колесе бегаешь? У меня 31 уровень, я лучше. Лучше во всем. Что ты получил? Можно без багов? 5 этих бриллиантов. А помнишь, как эта игра была одной из самых лучших и всегда была в рекомендациях? Да, это было прикольно, можно рыбку ловить. А, я помню, что можно было в прыжке за это... О! Сигма-убийца. Посмотри на его лицо, он же явно рожден для этого. Да-да-да. Я считаю, что Сигма должен меня пропустить вперед. А там тип кровь бежит. В смысле? Убей его! Kill him! Сигма выглядит как парикмахер из куража трусливого пса. Да-да-да-да-да, кстати. Очень сильно напоминает. И вот сейчас, когда ты... Боже. О, ты ж ё, пол лава. Джекпот. Пол это лава. Джекпот. Пол это пол. Работа не волк. Че это? Яйца? Оставь в покое яйца, блин, в каждом режиме, ему только яйца нужны. Че это? Нифига себе. Я же говорю, это новое, этого не было. Вот это да. Тут охренище, что нового добавили. Стоило уходить на несколько лет, чтобы вернуться к такому. Так. Офигеть. А, ну... Ты что, офигел? Да пофиг.
А-тя-тя! Спасибо, спасибо, хорошая подстава. Серьезно? Да. Сигма хороший друг. А что так легко, боже? Это я. Обращайтесь, да? Зараза. Сигму, продолжай, вперед, 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 Сигма, тут тебе идет, тип. Где? В смысле? А, в плане, а мертвые не считаются же или считаются? Не считаются. Тут одна жизнь получается, пяу. А что ты хотел, блин? Один раннер остался, один живой раннер остался. Было бы классно, если бы как в Гаррис моде. Я там по времени. Я не играл, я не это больше. Да, это остается, серьезно? Здесь ловушки максимально интуитивные. Здорово. Кот всех убил. Вообще легко. Бот. Боже, наиграл в эту дичь 3000 лет, а я в ней первый раз зашел. И сюда больше не вернусь. Что за угрозы? Сейчас на изи пройду и убью тебя. Давай слей его быстро. Это что за дичь, как этим пользоваться? Скорее всего, шары его убьют, нужно, чтобы он прошел дальше. Пока что дальше пройду я. Что ты делаешь? Он что там, дождь вызывает? Как же они долго этот... ходу. А в чем суть? Подожди, чё? Ладно, у меня эта дичь откатилась. Блин, давай попробуем упала. Еще раз. А, и как я должен это задолжить? Изи. Я до тебя почти дошёл. Ну, раз у меня есть ещё билетик. Можно ещё раз крутануть. Я все равно первое место, понял? Нет. Я победил. Мне все равно. Я выиграл. Я. Что я получил? Две палочки чего? Две палочки. Это просто две палки. Вот и еще один раз крутануй. Мы же можем голосовать за карту, точно. Можем, 5 джемов. Так, так, так. Мне нравится. Да, Киберпанк Централ. Ладно, сегодня решили пройтись по всем. Ну блин, где следующий я должен быть? Я фиговый убийца, да. Наивный. Ку. Хорошо, так, нужно быть аккуратным. А че это? А че эта кнопка делает? А, серьезно? Да. Блин! Побежал! Ты посмотри. А серьезно и умер. Я промазал по доске. Она кривой была. Я сколько ловушек из-за тебя пропустил, блин. Вон, ты посмотри, сколько там людей сзади. Да, хорошо. Оно идет? А, все, шикарно. Ура, здесь теперь весело и безо. Джефф Безос. Весело, ну, посмотрите на него, посмотрите. Джефф Бензонасос. Обходит! А это что за дичь? Всё, уже можно зайти. Я забрал монетку! Хорош. Я убил главного чувака, так что... Ничего страшного, оно выглядит. Осталось всего лишь двое. Да, осталось всего лишь двое. Сигма, я буду... То есть я ожидал, что она упадет на нее, я ожидал, что сверху. Я на самом деле тоже. Здесь воздушный шарик, интересно, он работает или нет? Кажется, он не работает. Смотрите, как много людей на сервере. Да, офигенно просто. Ого, Кот, у тебя такое высокое место. Ой, я ачивочку какую-то открыл, офигенно, еще и левелап. Че происходит? Йо-йо-йо, ладно. Отнимай. 28 левел. Какой ты там говорил ты? Я 31. Ах ты этот. О, как. О, он правда следующий. Сам он-то деле. Хорошо. Киберпанк. Так, сейчас я... Вот, кстати, любитель киберпанка, вот и попал на эту карту, ну... Кажется, я уже сдох. А в чем? А чувак побежал уже. Это Питрак. О, ясно, понятно, спасибо. Нифига себе.
Хорошо то, что можно безопасно пройти здесь. Если знать карту, да. Я эту карту первый раз вижу вообще. Я тоже. Это режим первый раз зашел. Как же ему пофиг. Ты видел того типа, у которого реакция как будто бред? Идет вниз. А чё тут? Оно само? Да, оно само. Ну тут ты не выживешь. Давай иди. You shall not pass. Да, давай иди, Сигма. Слушай, давай иди. Ну я могу просто ждать. Ой, тут пила. В смысле топор. Видишь, там монеты. А почему дальше пройти нельзя? Пока ловушка не затриггерилась, что ли? Ты специально... Главный медик убит. Если бы не я. Остался последний? Остался последний. Да, это я, да. А, ну так, ё-моё, пипяу. Распили его. Он скоро тебя убьёт. Оно два раза ходит. Я хочу побольше ловушек посмотреть, поэтому я буду сливать. Понял. Так, чтобы эту дверь открыть, нужно, давай, иди проходи. Не нужно. Пропусти нас к деньгам. Так, я думаю, что здесь обвалится. Ох, цемент. А жизнь он быстро засох. Это футуристическая карта. Супербетон, да. А тут ничего, тут нет ловушки. Тут ничего, тут нет. Пробей эту штуку. А... Ты использовал ловушку на мне, серьезно? Почему он? Так, он проходит дальше, давай, беги, успевай за ним. Опа! Офигеть. Че это за промув? Так, так же сказал, что будет ловушка. Ой, ой, почти! Хотел сказать, неужели вы мне скажете, что сейчас он выиграет? Это было очень близко. Да. Я просто посмотрел, сколько до конца осталось, и я подумал, на какой захочу его слить. Типа я так и планировал, да. Ну надо было на подольше дать пройти человеку, а то что, я гнида что ли? Что за тормоз? Только не говорите, что да. Йо. Да. Ладно, шучу. Смог. О, я прошел лобби. Я в Роблоксе прошел лобби. Я их ненавижу, ладно. Так. О нет! Рочер Палатаня. Платейн. Платан. Показываю мастер-класс. Буй геймшоу. Эть, поехали. Я сейчас соло пройду. Давай, соло. Точно. Соло. Я буду как... Первая ловушка это какой-то пипец. Буду как Джонни Инглиша. Ну кто бы сомневался. А как? Это блин, что? Пройти. Блин. А как? А, видите, я всех засейвил. А, да. Угу. Вот как делают героя. Заглянул в ствол. Хоба! Хоба. Хобот. Так, а тут что? А тут шипы. О, еще, так меня хочет убить, серьезно? Да. Видишь этот мяч в их руках? Ведь я расшинкую. Да! С моей удачей это должно было случиться. Три человека передо мной прошли, и все нормально. Только я прыгаю, они уже в воздухе. Идите, вы знаете, ладно, я понял. Офигеть. Как же я доджил все, я как мастер. Фломастер, да, есть такое. Фломастер. Стоите кота. Мастер Фломастер. Какой странный мост. Как тут можно было сдохнуть? Офигеть. Боже. Она думает, что здесь ловушка, которую я уже активировал. Посмотри на эту путёвку. О, ничего себе. Это была ошибка. Я дошел до нее. Пока я мертвый. Так. Что же тут будет? Вероятно, оно ускорится. И сбросит вас. Нет, убьет нафиг. Там дальше. А, нет, подожди, чё? Чё он делает? Да. Из-за.
Чёрт. Чекпоинт, блин, прошел. О, я теперь 32 уровня. Кто-то прям нажал на газ. Понятно. Главное, чтобы тормоз не нажимал на газ, и все будет хорошо. Я сначала посмотрел на них, типа, я думал, это Saygex, но мне показалось. Можно проголосовать за что-то. Ну-ка, давайте Тейгу. А. Больше нельзя в прыжке рыбачить. Оу. Да. Кактус. Кактус! Как ты тут оказался с... Ой, это же Crossy Road! Кажется, я знаю, что за измененный трек был в начале, ну ладно. Потом скажу. Нет, заходите в Discord-канал, чтобы узнать, да, что чтобы это был узнать. За трек. Ой-ой-ой, ничего себе батарейки. А я думал, по-моему, это та карта, которую я знаю, просто я тут очень аккуратно. Давно не был. Не, ну смотрите, там молния. Да. Я же сказал. Почему? Надо было слушать меня. Чел. Эй, чё-то нечестно. Чел! На. Я вас спас. Надо сказать спасибо. Блин, прошлись по моему телу ногами, потоптались еще. Да, что надо было вытереть ноги-то, чё? Оп, минус. Чувак еще и засейвился, офигеть. Бэйды ищи. Ничего себе. Вторая стенка тоже пьет. Вторая ударить не может, нет? Вторая тоже пьет! Офигеть. Упс. А капец. Я просто сейчас на волоске был. Так, батарейка. Самый ответственный момент. Что это? Ловушка, осторожно. Да я знаю, спасибо. Она ушла. Блин! Она вернулась в самую последнюю секунду. Как так-то? Я почти дошел. Да убейте ее! Да. Она ушла. Последние слова. Ого. О, ты же говорил Crossy Road. Давай. Я верю, тебя победил. Yes. Ух! Step on the gas! Офигеть! Вперед, я иду за... Иди за мной, давай, за призраком. Давай, убей ее, все! Убей эту тварь. Ты сможешь? Где она вообще? Она отсюда никак не могла свалить, она в конце. Вот, вот, бей! Она. Бей! Есть! Отлично! Сладкая месть! Экспы дают, блин, я хочу больше. Логично. Я, значит, всех спас до одной ловушки, и я только седьмое место. Я заслуживаю первого места. Вот такая вот она жизнь человека первопроходца. Никто тебя не вспомнит. Чё тут так много воды? Опять! Убили! Видик к управляющим. Сейчас я вас всех уничтожу. I will destroy you! Да. Ещё и лапкой машет, а. А чё это кнопка делает? Жми! Нет. Давай. Давай, нападай. Было читаю. Давай, нападай. Так, а тут что? Че это такое? За что она должна отвечать, я не понимаю. Так тебе за тобой уже это, наверное, выехали, успокойся. Это, наверное, ступеньки активируют. Давай, активируй. До свидания. Охренеть ты. Слушай, ты. До свидания. Да ну, как же ему пофиг. Тут ты точно умрешь. А тут не я буду тестировать, я уже две прошел, идите на. Оп, красиво. Как же легко. Этот управляющий просто малыш. Я тебя уничтожу. Я тебе под дверь. Что эта кнопка делает? Я не понимаю. Нажми, узнаешь.
Окей. О! А тетеря! А это! Так, это, наверное, пресс активирует, да? Пресс. Пресс. Видели, что в щите бы долетел? Пипяу. Давай дойди до центра. Давай дойди до центра. О боже! Это суклоуз. Короче, показываю мастер-класс. Блин, чувак попался! А можно мост остановить? Да, пожалуйста. Спасибо. Изи. Изи мост остановить, да. Так, ну, ловушка вот. Ага, ну да. Да ну блин, я ж почти дошел. Главное, на прямой морде идти. Давай, иди, ты последний чувак, убей его. Ты не сможешь. Ты не пройдешь. Сколько там у тебя осталось ловушка? Одна, две? Как вообще за нефиг делать? Давай. Ладно. Как ты мог, ладно. Ну там ловушка нечестная, там ее все законтришь. Это грустно. Ладно, ребятки, думаю, тогда на этом будем заканчивать. Получились у нас такие карточки. По-моему, довольно-таки весело было. Пишите, что вы думаете. Если хотите поиграть с нами, то, пожалуйста, в Discord. Всегда будем рады вас видеть. Это наша традиция, играть с подписчиками. Пока что будем закругляться. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда. Адьё. Пока-пока. До свидания.